цвет настроения праздничный, атмосфера Нового года наполнит площадь Бендер в эти выходные. Откроют рождественскую ярмарку. Товары будут разные. Елочные игрушки, сувениры, новогодние костюмы и не только. Плюс настоящее шоу. Как известно, ярмарка – это не только место для покупок, но и праздничная атмосфера. Артисты городских дворцов культуры постараются ее создать. В субботу с 13 до 15 организуют интерактивную программу для детей. Будут мастер-классы, конкурсы, сказочные персонажи. В 15 начнется часовой концерт творческих коллективов. Концертная программа развернется на площади в воскресенье в полдень. Также будут ярмарочные подворья с новогодней атрибутикой, сладостями, сувенирной продукцией. Будет атмосферно, празднично. Приходите всей семьей, заряжайтесь новогодним настроением и готовьтесь к любимому зимнему празднику. Новогодняя ярмарка – лучшее место для прогулок. Горожан сюда приглашают и в день выборов. Гостей ждут веселые скоморохи и заряд позитива. Станислав – специалист по попкорну и сладкой вате. В воскресенье перед работой пойдет на выборы. Потому что каждый голос важен, мне кажется. Это единый выбор людей. И от моего голоса, я считаю, что что-то зависит. Но это гражданский долг каждого гражданина республики пойти на выборы. Каждый человек, когда идет на выборы, хочет каких-то улучшений для себя и в целом для республики. Поэтому, конечно, с надеждой на лучшее. Да. За, чтобы была достойная работа, достойная зарплата, достойное образование можно было детям дать. И надо как-то выбирать, кто у нас будет руководить нашим Приднестровьем родным. Всегда хочется, конечно, чтобы мы хорошо жили, правильно? Чтобы был мир во всем мире, и у нас в том числе в Приднестровье, чтобы не было никакой войны, и чтобы люди хорошо жили, увеселились, как-то радовались, чтобы были зарплаты хорошие, там пенсии и так далее. В день голосования в Бендерах организуют настоящий праздник. На каждом участке будет музыка. В музыкальный автопробег отправятся две бригады артистов. В маршруте избирательные участки города и сел Гиска и Протигаловка. В час дня на площади выступит военный оркестр Минобороны.